Друзья, всем привет! Конечно же, добро пожаловать на наш канал. Сегодня вы вместе со мной отправитесь делать закупку небольшую. Небольшую, потому что, ну, я не знаю, конечно, много не буду закупаться. Потому что я сегодня без Сережи. Он сидит, активно подготавливается к экзамену. У него уже 18 числа, 18 октября будет экзамен по B1. И, соответственно, он вот старается каждый день заниматься. Так что давайте пожелаем ему успехов, удачи. И, конечно же, чтобы он сдал этот B1 и уже, как говорится, дальше будем думать, да, что делать. Ну, не сдаст, ничего страшного, пойдет на повтор. Я сейчас стою на остановке, жду мой бус и поеду на ЦУХ, где там встречусь со своими подружками, с Наташей и ее мамой. Тут тоже подружка, можно сказать. Вот, она позвонила, предложила выехать вместе закупиться, тем более в Кауфланд. Мы... Кауфланд, поправьте меня. Давайте, я жду. Вот. В общем, мы уже там не были, наверное, ну как мы заехали с мая месяца, а до этого вообще не помню. Мне кажется, полгода точно мы не были. Потому что здесь рядышком Lidl и как-то все Реве, но это рядом все магазины. В общем, мы как-то не попадали туда, а вот сегодня решили. Так что не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами. Ставим лайки, подписываемся на наш канал. Что же, мы в Кауфланде. Немножко сначала посмотрим по овощам. Сейчас вот сезон лимонов, по-моему, закончился. Они либо такие вот мелкие, какие-то зеленые. 750. Так, это 500 грамм, это не то. 752,29. Они мне вообще не нравятся. Апельсины 3,49. Виноград евро 79, 500 грамм. Сейчас сезон вот этого. Как их называют? Натали, как их называют? Каштан. Да, поджарить. Они, так, не знаю, либо 99 центов, маронен, а нет, нет. И тут много всяких вот фисташек. Такое есть. И такие на развес фисташки. Смотрите, здесь акция на шпицколь. Вот она такая огромная. И стоит всего 2,49. Натали, поздоровайся с нашими подписчиками. Что здесь интересного? По 10 евро? 25-10 евро это там что-то. Вот, 25. А с какой у них размер? Вот я ищу размер посмотреть. Ну, такие прикольные, да, коридорчик? Ну, если вот, они длинные. 80 на 150. Перевернуть. Все 80 на 150? Да. 150 на маленький. 25 евро, да? А стоило 90. Ну, я бы даже за 90 не взяла. Да, мы посмотрели дед Сережу и побежали в Кауфланд, да? 10 евро? Да, вот. Стоили 20? Это получается, что они по 1 евро. Ну, смотри, они прикольного качества. Угу. Я Сергея недавно брала. Обойдется. Сейчас самый любимый раздел со всякой всячиной. И все с красными ценами. Ух ты, Харибо, пижамки такие вот детские. По 8 евро. Вот такая вот с длинным рукавом. 122-128. 23. Ну, малюсенькая.
А большая 32, да, евро? 33. Тоже Тефаль. Это как Вог, да? Опс. У меня пока только одна капуста. Все с красными ценами, абсолютно все. Тоже такие коврики по 8 евро. А размер? Ты же хотела себе. А размер какой? А вот... Маленький. Нет, он же в два раза сложен. Что там? Ну... Я размер. 60 на 100. На метр получается. Нет, вот есть коричневый. Серый цвет? Для тоста, для хлеба хранить прикольные. М? О, да, неудобные. 4, я тоже за 4 евро брала, да. В Лидле точно такие же были. Вот это классная штучка, удобная. А это немножко детям неудобно нажимать. Я-то нормально, не жалуюсь, но дети жалуются. Костюмы женские по 15 евро. Одеялка? 20 евро. Симпатичные часики на кухню можно. По 7 евро. Акция по 8 евро. И на пикник, да? В дождь. Так, идем дальше. Ой, осенняя атрибутика здесь. Там к Хэллоуину все. А здесь я такой осенний декор. Эту цену здесь надо искать. Абсолютно разные. Сейчас идем и везде. Скидки, скидки, скидки. Налетайте. 25, 20, 30. Вот кофемашина. 30 евро. Что, Света все ценам пугается? Это со скидками. Ну, фирменная, да, естественно, она немножко будет. В общем, все. Аж глаза рябит. Мы уже в отделе сосисочек. Не знаю, наверное. Так, это Кнобблау. 3,49. И возьмем с чесночком. Дети такую любят. Это что? Братфорс? Нет, 3,79. А, вот он. Братфорс. Здесь отдел с тушенками. Это рим тайш, говядина. 400 грамм, 4,39. А свиная 3,29. Не знаю, хорошая, нет. Может взять одну. Натали? В общем, взяла я попробовать одну такую с говядиной, и тут еще свинина в составе, и свинина, а есть еще вот такая вот чисто говядина, 4,69. Взглянем на цены мяса, вот такой вот 17 евро, килограмм 6,29 свинины, есть кусочками, 800 грамм, 4,29. Вырезки. Здесь что у нас? Говядина. Говядина у нас так 8,79 килограмм. Здесь по 5,49 ребрышки. Сейчас небольшие скидки. Вот на фарш говяжий 6,59 килограмм. Полкило 3,29. А смешанный тоже. Так, 7,48 килограмм. На свинину есть по акции. Здесь не особо, конечно, но цены смотрите.
8,49. Такой вот кусочек, они от 1,5 килограмм, но цена больше будет. И здесь тоже смешанные, 8,58. Свинина 9,8 за килограмм. В Кауфланде большая акция на вот эти все вот приправки. По 44 цента. Вот не надо найти, если есть здесь китайские нудли, лапша по-китайски. Богдан их очень любит. А вообще очень-очень много разных. Нашла вот это обалденно. Она получается, когда вот кто в китайский ресторан ходит, лапша, вот именно вот этот вкус. Я, наверное, штуки 4 возьму, чтобы Богдан прям кушал с удовольствием. Я обычные спагетти с курочкой можно, с грудинкой. 4 штучки возьму. Или ладно, 5. Срок годности до 25 года. Успеем съесть. Вообще здесь вот, видите, много на китайский. С рисом. У меня какая-то с рисом есть. Это такой кисло-сладкий соус, чтобы курочку делать. Карри-вурст. Также вот такой томатен супа. Не знаю, может взять. Как-то мне Богдан просил делать. 59 центов они. Возьмем одну. С другой стороны. Здесь от Кнор. По евро 0,9. Тоже разные. Так, застали на... Ой, сори. А, что это? Вкусняшки турецкие. Да? Конечно, она очень... 5,39. Ой, побежали, ага. Такая вот. Возьмем, попробуем. А вот эта маленькая другая, да? 3 евро. Это печеньки, да, это а печеньки. Это именно пахлава, да? Это да, вот видишь, она вот с медом. С медом и орехами. Ладно, возьмем себе, порадуем. Я пустая. А этот почем? 3 евро? Ну что нам на семью? Ну да. Что это для меня? Что это для меня, да? А вот эти точно такие же? 5,39, да. А. Скунжут. Васаби 2,5 евро. Не, моему сегодня возмущение не обойдемся. Суши райс 500 грамм 3 евро. Я в Лиде взяла по 90 центов. Нори 5,49. Я здесь цены, конечно. Кунжут 200 грамм. Но это тоже можно где-нибудь дешевле взять. Единственное, можно вот эту лапшу вот как раз для вот этих взять. Они в этом. Я брала. И в Тедди стоят по евро. Ну, всякие соусы для вок. Так понимаю, турецкий отдел. Турецкий чай, кстати. А сколько здесь? 2,49, 20 грамм. 2,19. Не знаю, вкусный, нет. Есть такой кофе турецкий. Вот здесь, получается, стоит все дорогое. Ну, не знаю, цены прям намного дороже. То же самое, да, васаби 2,29, а здесь евро 29. И вот такой вот суши райс. Ой, суши райс, говорю. Соус для риса. Рисовый соус. Рисовый уксус, господи. Сейчас. Рисовый уксус стоит, короче, евро 19. Я тоже возьму. Что там, показывайте, показывайте. Варенка сгущенная, я только что тоже говорила. Почем здесь? 2,19. А нет, это конде мильх. Это евро 79. Это уже сгущенка, да? Нет, это ну, разве это сгущенка? А, ну да, сгущенка. А вот это молоко. Это вареное. Не вареное? А, вареная сгущенка, да. Ну, мы собираемся в русский, не знаю. Шпроты в Кауфланде рижские.
Видно? По евро 49. В томате хнилька. Это получается у нас русский отдел. Небольшой такой. Там турецкий. Ну что, наконец-то мы на кассе. Вот я закупила. Здесь все мою кноперсы еще взяла. Сливки такие по акции 89 центов. Альмета по евро 3 штуки взяла. Специи, нутелла 5 с чем-то дешево. Фисташки. Вот это вот я все показывала. Окей. И шоколадку еще минка. Сейчас посмотрим, насколько выйдет. Так, ну вот такая вот рюлечка. В принципе, я вам все на кассе показала. Да, все видно. Вышла на 72 евро. Вот так вот. Это я не мясо, ничего не брала, можно сказать. Такого, что старалась по акции брать. У вас на сколько вышло? Сколько? 41. Ну, блин, ну почему? В общем, все, будем мы сейчас это все упаковывать и отправляться домой. Спасибо, кто был с нами. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Все. Такая была закупочка. Кайне Вербунг. Все, всем пока, чувствую.